30 января стартует прием конкурсных работ на второй международный кинофестиваль «День Победы», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Окружного комитета по культуре и областной организации Союза кинематографистов России. Для участников и зрителей фестиваля, который пройдет с 17 по 21 апреля, будет подготовлена обширная культурная программа. Кинопоказы пройдут сразу на нескольких площадках Одинцовского округа: в ДК «Солнечный», киноконцертном зале «Октябрь» в Голицыне, в Центре культуры и творчества «Кубинка», в ДК «Горки-10» и Иршовском культурно-спортивном досуговом центре. В этом году кинофестиваль приобрел статус международного. В связи с этим будут определены лучшие международные документальные и короткометражные игровые фильмы. А зрительское жюри выберет лучший художественный фильм о войне 1950-60 годов выпуска. Основной целью конкурса является сохранение исторической памяти. Прием конкурсных работ продлится до 10 марта.